В ресторане. Официант. Добрый день. Добро пожаловать в наше кафе. Клиент. Добрый день. Официант. Вот меню, пожалуйста. Через некоторое время. Официант. Вы готовы сделать заказ? Клиент. Да. Мне мясо по-французски, пожалуйста, и салат греческий. Официант. Какой гарнир выбираете? Картофель фри, рис, гречку? Клиент. Картофель фри, пожалуйста. Официант. Что будете пить? Клиент. Кофе и апельсиновый сок. Официант. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. And now you will hear this dialogue in a natural way. Добрый день. Добро пожаловать в наше кафе. Добрый день. Вот меню, пожалуйста. Через некоторое время. Вы готовы сделать заказ? Да, мне мясо по-французски, пожалуйста, и салат греческий. Какой гарнир выбираете? Картофель фри, рис, гречку? Картофель фри, пожалуйста. Что будете пить? Кофе и апельсиновый сок. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. And the way the native Russian speakers speak. Добрый день. Добро пожаловать в наше кафе. Добрый день. Вот меню, пожалуйста. Через некоторое время. Вы готовы сделать заказ? Да. Мне мясо по-французски, пожалуйста, и салат греческий. Какой гарнир выбираете? Картофель фри, рис, гречку? Картофель фри, пожалуйста. Что будете пить? Кофе и апельсиновый сок. Вот ваш заказ. Приятного аппетита!